Добрый день, перед нами холодильник Samsung линейки RB5000, вот с таким вот дисплейным модулем. То есть он идет 2 метра высотой, с нижней морозильной камерой, гибридная модель, система Twin Cooling Plus. Точная модель RB37J5249SS, производство Польши. То есть холодильник выходит на режим установленной температуры минус 21, плюс 3, и потом идет в перезагрузку. То есть сейчас вам покажу сзади его. Здесь у нас находится 4 модуля: сетевой, инверторный, сам модуль, где стоит обычный реле для тена, и главный модуль. То есть сейчас он у нас работает, сейчас он наберет температуру, компрессор отключится, и дальше он уходит в перезагрузку с постоянным автотестированием тена шагового клапана. То есть здесь у нас находится шаговый клапан, вот, собственно говоря, компрессор. У данной модели 3 вентилятора, один находится возле SAP конденсатора. То есть сейчас ток у нас, точнее, мощность 78 ватт он потребляет. То есть сейчас он работает как бы нормально. Температура у нас минус 17, уже почти 18. В холодильной камере 1 градус. Ну вот, собственно говоря, он дошел до необходимой температуры, и вот смотрите, что у него происходит. То есть отключается дисплейный модуль, то есть он постоянно перезапускается. Если открыть дверь холодильной камеры, что мы здесь видим? То есть здесь тухнет подсветка. То есть в холодильнике у нас плюс 2 градуса. В морозильнике мы видим минус 21. То есть компрессор сейчас у нас отключенный. Индикатор у нас не горит на инверторе. И щелкает у нас постоянно реле тена. И, соответственно, тестируется шаговый клапан. Теперь смотрим сюда, что у нас здесь происходит. Включается тен. 160 ватт отключается, и, соответственно, тестируется шаговый клапан. То есть вот попеременно происходит. Если мы отключаем сети, вот мы отключили сети, вот какое-то время ждем, да, включаем заново. Все то же самое. Компрессор имеет температуру 40 градусов, то есть он не раскаленный. То есть вот такой вот глюк у данной модели.